О, привет! Вот точно, бабуля, ты зашла. Ты по-любому подпишешься на меня, потому что ты ни разу не видел, как лично я ем палочки-макарошки. И буду запивать Липтоном чаем. Макарошки. Вонтошки. Во! Вот они макарошки. Макарошки. Я их палочками ем вот так вот. Беру вот так вот макарошку. Вот макарошка. Во. Вот так вот я беру. Вон, видишь, как я держу? Макарошки хорошие. На свет тик-так включить. Люблю вас всех. И макарошки тоже. Ну, кстати, эти макарошки я на свалке нашел. Да, тут хоть все говно. Не. Просто кушать хотел. Иду по свалке, смотрю, макарошки лежат. Думаю, блин, макарошки хорошие. Они такие, как эти. Как опарыши такие. Макарошки. Палочка. И все. Макарошки надо кушать палочки. Когда кушаешь макарошки палочки, это очень хорошо. Поэтому вам всем тоже аппетита. Нормально. Саня, привет! Пустая. Что я кушал сегодня? Носки хорошо постирал? Молодец. Я, кстати, носки, Саня, выкинул это. Дольче Габбана. Они меня порвались. Или Дольче Габбана. Нет. Гуччи, Гуччи, во. Я их всего лишь за 30 рублей покупал. Нормально Гуччи. Бля. Вообще классный Гуччи. Не, а макарошки вообще хорошо. Кушаю макарошки. Какие они хорошие. Блин, обожаю макарошки. Надо этим Липтоном запить. Он видит, тоже просит макарошки. Я ему не там макарошки, я сам это кушаю. Уже ни хера себе на свалке, он что макарошки, ему еще дать. Ага. Сейчас с Липтоном запью нормально. Липтон. Это с имбирем. Да? Ну, Ванька, пока. Удачи вам. Кушайте макарошки. Пока. Кто не кушает.